погнали. Вот. Я еще битрейт побольше поставил. Цель открыта для атаки. Правильно. Достидот. Элбатес. Что же он опять, блядь, заходит? Ну, я иду с правого фланга. Давай. Будем обходить их и резать. А, класс. Ты прикинь, там с правого фланга еще свой чувак с пулеметом, блядь. Со стационарным. Фуясь. За стационарным пулеметом сидит чувак и ждет, блядь. Когда ты подбежишь такой, да, к нему? Угу. Ну понятно, блядь, хули. Да эти пидорасы тупорылые, ты посмотри, где сидят, блядь. Ха, какие перетно, блядь. Обмутки, блядь. Ага, там не только за пулеметом, блядь. Он там какой-то хуесос. Видишь, да? Да. Почти его убил, 62. В дом побежал. Я за ним охотился. Крестёныш. Там снайпер, снайпер еще. Концерт. Блядь, а тут нельзя обойти звезд сзади. Ты сейчас придержишь, я тебя прикрою. Да он лучше жертвы. Там справа, справа у тебя. Смотри, там. Меня убили. Какой-то мудак. Да они у входа в церковь там сидят, лежат. Пизды. Цель А источница была потеряна. Чё за хуйня, блядь? Ой, блядь, конченая команда. Не, просто. Это вообще ты катку понятно. Да, тут уже, блядь, особо не... Тебе нужно вернуться на поле боя. Seht ihr? Ihr müsst vorsichtig sein. Мразь. Хуя я ему на 83 напихал со шмайсера, блядь. А у меня, блядь, распидорасил снайпер. Охуевший! С балкона лезет. Ich bin bei dir, Soldat. Ich leg dich zusammen, Soldat. Блин, мне нравится, как медик телепортируется за стены, за всякие, да, когда резко все. Да. Хуяк сквозь щелочку телепортировался, поднял чувака. Щелочку. Щелочку. Щелочная щель. Че тут? Че вон, я че? Я штурману. Куда там ждемная зона? Это рыбка зона. Там еще снайпер вот там вот, по-моему, да? О, смотри, смотри, блин. Как его, блядь, интересно? Там снайпер. Оп, я могу. Я здесь... О, откуда? Ты? Хорош пугать, блядь, бочки, страшно, блядь. Бочки. Режь, давай, блядь. Кромсай, блядь. Может, там бухло еще. Я хочу пить. А, блядь. Сзади. Он троих нас стрелял, блядь. Двоих. Теперь троих, да.
Куда Тури сзади, слушай? Я думал, что справа. Я думал, что там вообще никого не может быть. Казалось, что нихуя. Ух ты, вот он, вот он. Какой блядь, нихуя кентирок, там бегут, смотри. Ты видишь их? Ебать, тут, блядь, армия, нахуй. Блять, там наверху, блять, хуярит наш. Ой, блять, нихуя, блять. Блять! Не заминировали, я четверых схуярил на точке прям, блин. Патроны кончились, я буду нажимать серебро. О, пацаны подоспели вовремя, блядь. У меня везде патроны кончились. Прикинь, вот это я, блядь, сражался, нахуй. Даже пистолете? Да! О, блядь, обходят, нахуй! Здесь, он сейф, солдат. Блять, ну он, конечно, косой на средней дальности, этот шмайсер, пиздец. Нет, ну не знаю, слушай, я привык так. Он долго убивает. Хотя, может, это из-за ТТК возросшего. Давай топ. Вообще, да, раньше он на средней дистанции быстрее убивал. А сейчас смотри. Чуть ли не... Смотрю. В атаку. В атаку. Мы должны атаковать цель. Фаверц, Элбата Сидот! Мы не наберем здесь 40 тысяч, мне кажется. Сейчас время кончится быстрее. Блять, ты бы видел, где наши пацаны сидят вообще? На базе, ёпта, где? Да нет, вон они сзади там, блять. В разрушенном доме сидят, зачем? Мы типа вообще не собираемся там точку собирать. Коси их нахуй, бакашевый ганс. Коси их, блядь. Да, да, блядь. Ганс, брат, живи. Да, ганс, брат. Бля, ну это прям... А, шайся, блядь. О, да. Все, блять, нахуй. Так точно. Все подтверждено. Отступаем. Выдающаяся стрельба мне дали, прикинь. Выдающийся, отступай теперь. Теперь да, выдающийся бежать. О, смотри, с пушки хуярит. Парень, блядь. Чего? Пошли в переулок, может, да? Да что там делать? Ну пойдем. Давай я скажу. Хороший фильм был, я. Во, блять, понял? Спереди спереди. Ай-яй-яй. Там он сейчас, я пойду снизу. Ты этого не хочешь, да? Убил, блять, нихуя. Че, откуда, блин? Сверху лезут, блядь. Да не только сверху, братан. Где мой труп? То есть, где мой труп? Где и куда он потерялся? Ты там еще живой, никто. Блядь! Да, он там просто... Да. Ну че, мы выиграли же, да?
Конечно. Нам не удалось взять Роттердам, и это весьма досадно. 3 из 3 Роттердам, ебаный. Однако наш сегодняшний провал мало на что повлияет. Люфтваффе добились успеха за нас. Под угрозой дальнейших бомбардировок голландское правительство решило капитулировать. Эта страна теперь наша. Какой ВП, блядь? Страна теперь наша. Куча могил, блядь, сидит на базе, хуярит, блядь, хуй знает где, блядь. Будем надеяться, что они ливнут сейчас нахуй. Да, после такого вот поражения, блядь. И такие, блядь, одни раки играют в команде. Ранг прелюдия? Что такое? Нихуя себе. Там типа тоже какие-то ништяки были, рандомные. Хуя, я 2 левела, блядь, МП-40 прокачал, 2.5. Да. Хороший автомат. Мастера, блядь. Немцы прорвались через антенны и стремительно приближаются к нам. Скоро они окажутся в зоне обстрела нашей артиллерии. Вражеские десантники так, ну, как будут это атаковать зачем? Орудия, чтобы обезопасить свои острова. Защищайте эту грёбаную цель! Держи патроны! Вот, патроны! Защищать цель! Живо! Будь начеку, боец! Внимание! Еще самолет из подкрепления тревога! Меня ранили!
Чё там тут у нас? Копай. Копай! Компай! Блять, а, не смог плеснуться. Третьего не убил. Мне надо троих чуваков лежа убить с пулемёта. За жизнь. О-о-о. Я буду пытаться это сделать. Позицию так найти. А, ну пойдемте, сейчас покажу здесь хорошую позицию. Я там знаю. Мы сегодня там воевали. Ну да, там, где окоп этот ебаный. Да зачем, блять, канавы ёб. Ну, можно, конечно, впасти дырку, но меня там убили. Вон они, блядь, бегают, на. Враг заминировал цель Аист. Отлично! Теперь иди! Летят, блядь. А почему не впадаю нихуя по нему, блядь? Я не могу выйти с окопа, прикинь. Просто, блядь, застрял в нем. Что за хуйня? Как больно! Помогите! Кто-то не лезет. Санитейтер? О! Как он, блядь, заминировал цель? Цель, блядь. Цель, ебаная хуя, бля, блядь. Патроны, держи! Нихуя, бля. Первый раз вижу, чтоб зенитка не перегревалась, блядь. Пока я расхуяриваю бомбардировщик, блядь. Это десантный самолет, точнее. Извините. Помогите мне! Облом, блядь, чувака, на. Я прям в воздухе расхуярил. Ладно, попа, надо добить самолет. Бачки получить. Ебай, мать, с пистолетом. Сзади, вылезай. Че-то прирежет. Блять, нихуя. Я вплотную, блять, нихуя не раздрачил. Почему-то. Так, у нас еще зенитку занял, нахуй. А он меня, блять! Ой, блядская ты тварь. Ладно. Делайте все, чтобы защитить последний. Стоим на смерть. Защищаем цель. Мне вообще тоже надо с пулемёта хуярить. Дела идут неважно. Нам нужно активнее атаковать. Ух,
Нихуя, блядь. Да он прям здесь, блядь. Блять! Меня сегодня все уехали к тёще, поэтому я отдыхаю. Пока мы тут внизу дрочим, там они, короче, вверх просто оккупировали, блядь, уже. Там уже, блядь, дети нахуй по-немецки говорят. Еще один, да? Вроде. Спасибо, спас меня. Так, чё я там? Я даже не попал ни разу, бро. Сука, сквозь траву прям видит, блядь, убивают. Не успел, извините. Сквозь траву убивают? Да. Помогите мне. О, рез в болоте. Защищайте цель, бойцы! Уйди отсюда в пизду, блядь. Можно, блин. Суд, сердце. Там. Вот. Заебись, блядь. Родился мертвым, прикинь. Опа, 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 аккуратно, братан, аккуратно. Здесь что-то? А, не, ну там подальше, короче, если встанешь, по тебе стрелять. Я не буду вставать, мне их же надо вмочить. Никого не могу убить, только ранить и все. Не надо резать. У меня есть пушка. Случайно убил кого-то одного в голову. Теперь нет хп. Блядь. Да я тебе говорю, блядь, они сквозь деревья стреляют, сквозь кусты, сквозь траву. Потому что у них там пулеметчик есть какой-то, видимо. И меч, на подавлении. Меч цели, да? Да. Пиздец. Как говорила Марла, блядь, меня так со школы не ебали. Ебал ты, блядь, меня убивать, сраный следопыт, блядь. Блядь, меня пиздец, ебан. Помогите кто-нибудь! Интересно, если меня резнут один фраг вычтется? Да. Или респ это не смерть же? Да. Нет, я здесь лежу опять нахуй, как... Ты прям написан. Да. О, бля, смотри, прям здесь фриз.
Ебать, братан, шприцев, блядь. Я его ножом затыкал, блядь. Ладно. Все очень неплохо с учетом обстоятельств. А есть там нож какие-то перки? Там, например. Сашки, да, на нож. Но они не остановятся, и когда завтра покажутся здесь... Не, ну яд там, например. Ты я тебя насткнул, там убежал, подох. Или там пневмонож, короче, такой. Ну, знаешь, ты типа втыкаешь, а он как-то. Силовой клинок, блять! Силовой клинок, нахуй. Как у Астартес, блять. Или цепной клинок, нахуй. Я бы силовым мечом побегал. Во имя императора. Ой. Мы, как могли, использовали уцелевшие орудия против фрицев и слегка ослабили их силы. Теперь они будут испытывать нашу оборону. Удерживайте каждый сектор до последнего, а потом перегруппировывайте. Бля, попробуй левую дырку пасти. Выше нос, боец! Значит, надо дефать. Надо дефать. Партия сказала. Значит, будем дефать. Yes. Сука, третьего не добил, прикинь. Через дырку лезут с левой стороны. Okay. Недалеко от тебя, кстати, блять. Один остался. Надо было подождать, чтобы ты меня поднял, попросить. Пойду туда же. Бать, ты меня напугал. Они уже здесь. Они здесь уже, да. Где, блядь? Нашел их? Да, меня в спину убили. Только я улегся у дырки. Еще подожди глина какой-то. Хитрый хуесос, блядь. Готов. Готов. Один остался. Давай ты типа будешь ты их отвлекать, а я буду добивать. Готов. Три, все, да? Засчиталось, наверное. Сзади меня режут. Или нет? Меня зарезали шмайсером. Вообще. Да, пек на шмайсер, да? Метатель ножей. Полная обойма. Блин, я по-любому набил, все, три фрага есть. Мне ничего не написали, правда? Бойцы, мы потеряли цель Аист. Так, я на мосту сейчас лягу. Блять, нормально, можно? Блять, дебилы нахуй. А, так я выполнил уже этот приказ. Когда я успел, что за бред? Ну ладно. Надо двух чуваков зарезать. Ну
надо с альфы, блядь, прыгнуть мост и скоро ебаную. Бумс. Стоим насмерть. Защищаем цель. Мостом бегут он. Под мостом да хуя, блядь, народу. Да откуда ж ты, ёб твою мать, блядь? Сука. Не, это ТТК точно хуйня. Я раньше с СТГ ебашил людей прям. А сейчас не могу. Не убивается. Зато, блядь, МГТ и так же хуярит. Да нихуя. Мы не можем позволить врагу захватить этот сектор. Мы с тобой вдвоем в дырке лежали, да? Стреляли оба, блядь. И чего, через сколько люди эти умирали? Очень долго. Все. Раньше бы эти чуваки, которые вот в дырку лезли, блядь, ты, ну ты помнишь раньше пулемет, они вообще, блядь, сразу глкашивают. А сейчас ты стреляешь, он стреляешь, ну чё, убил кого-нибудь? Блядь, нет, 92. Солдат, я перезаряжаюсь! Еще аптечка. Благодарю. Такие дела. Ну я подойду издалека, правда, хуяли там по ящику. Да, блядь, издалека, не издалека, раньше пулеметы всех ебашили. Ну вообще да, пулемет был что-то имбой. О, снизу бежит, блядь, высос. Ну и чё, блядь, мы в него вдвоем постреляли. Враг ранен 16. Я разбился в воду, что? Не, я, конечно, понимаю, что так в реальной жизни получается. Враг ранен 83. Надо просто автоматом вперед, Женек, прыгать. Автомат разрезает, короче, гладь воды, и потом ты нормально входишь. Не, я хочу еще раз попробовать. Типа, я раньше прыгал нормально в воду здесь, что за хуйня? Может, я только что нормально прыгал. Может, я не туда попал? Ну, наверное, да. На мелководье. Вообще, посмотрим, где это. А, ну да, да, я на мелководье упал. Отъебись, блядь! Обходит, сучка. Есть на вас методы! Здесь, блядь, блядь. Эй! Блядь, чё ты не убился нахуй? Да ладно, сядем на поле. Помогите кто-нибудь! Помогите мне!
Кидаю бомбу! Стали наступать. Ну, что, устали, что ли? Какое у тебя место, братан? Здесь были враги вообще? Да вон, ёпты. Были, есть. Нахуй. Убил? Да. Тут какой-то, смотри, валяется. Это я. Не, это фашист. Он здесь давно, он с Первой мировой здесь сидит. Мы за кого играем? Мы за лягушатиков и... А, да, мы их союзники. Да, по идее конкретно французы вообще. Это же мост через Сену. Типа Париж. Что-то я как-то, блядь, с пулеметом попер, что, блядь, нихуя. Все, здесь уже нельзя. Отстой, блядь. Что делаем? Че, вон, смотрите, песок. Весь отряд здесь. Танцуем, пацаны. Нарезали. Хуй знает. Пойдем на Б, что ли? Защищайте цель. Вот под мостом, смотри. Видишь? Он. Где? Нет. Он стреляет. Он убежал, все, я в него пострелял. Танк на мосту. Танк, подожди, тихо. Сейчас со спины, блядь. Эти мины противотанк. Вон пехота лучше под мостом стреляет. Да я вижу я пехоту, братан. Откуда нахуй? Я не понял, откуда меня убили вообще. Меня снайпер убил из-под моста. Я снес ему пол хп со шмайсера, он просто такой, опа, прицелился мне в башку, прям, мяу. Чё-то похоже, ну тоже как-то так. Ладно. ДФМБ. Танк-то убили, да, вроде? Ну, наверное. Рядом с моим трупом. Два чувака за домом. Ага. Блять, только я, сука, на другом конце ебаного болота резнулся почему-то, блядь. Надо мост ебаный заминировать. Еще и пушечка стоит. А, ну да, блядь, танк, естественно, уебали. Батя тут! Он меня убил, убежал. Так, ладно, хуй с ним с пулеметом. Я понял, блядь. Здесь что-то с пулеметом не сидится нормально. Надо нормальную пушку брать, блядь. И роль. Короче, я тут на днях в сюжетку поиграл этой замечательной игры. Пиздец, чувак. Такое так. Говно. Мне осталось последнее миссия там. Последняя глава. Так. Прощай навсегда. Охуенно геройские, блядь. Ебать, я их, естественно, их вижу, блядь. Это охуенно геройские союзники, да, блядь? Блядь, там такой бред, просто чушь собачья. Первое там про какие-то британцев, которые, блядь, пытаются юморить, но у них ничего не получается, говнище. Вторая это, блядь, снежная хуйня, там, кстати, гигантская карта на туре есть. Прям. Если вы
Офигеть, какая большая карта. Третья миссия про негров, конечно. Блять, обязательно. Ну здесь хотя бы в Африке, и на, а не на пальмах, да? Не, они французские негры, типа, да. Они защищали Францию, типа, из колонии какой-то приехали. Защищать Францию. Они там, короче, забавных тральнуло правительство или кто там, блядь. Типа, они захватили крепость там вся хуйня, да, и их сфоткали вместе с белыми чуваками, а потом их закрасили, прикинь, на фоне, блядь. Всех негров, блядь. Я не помню, ты вроде видел этот момент, где негр танк взрывает, который люк открывает, да? Не тигр, помню. Тигр. Там чувак типа вылазит из люка, он ему туда подбегает, гранату туда кидает, закрывает люк, и вместе с танком взрывается. Бля, такая чушь, сука. Во-первых, на кой хуй чувак открыл люк? Я не понял. Блядь. Типа он мог просто всех расстрелять, блять, ну ладно. Фашистский хуй, командир, блять, танка, наверное, открыл этот сраный люк. Подбежал негр, кинул туда гранату. Во-вторых, какой хуй танк взорвался, блять. Мы же смотрели Ярость, да? Ты же смотрел с Ярость, блин, с Брэдом Питтом? Ну. Типа там под гранатой не... ну не... Легко, блять, на самом деле. Не, ну может, да, ну... Там в Тигре, короче... вся боеукладка располагалась по бортам. Вот. И если ты кидаешь гранату, она прям падает туда, нахуй. Ну ладно, ну мог же хоть какой-то чувак из экипажа там свернуться калачиком вот этой гранаты. Ну ладно, ладно, окей, это придирка, блядь, хорошо. Ну сука, на какой чувак открыл люк? Проветрить хотел. Ну пернул механик-водитель, блядь, вот он и открыл ёбаный люк, блядь. Точно, механики они такие. Да, блядь, хули пошёл, что я попал. Да. Держи аптечку! Хули, мазутом, да, заливаются. Да, жрать нечего. Какой у нас охуенный отряд, да? Сидим, да? Да, сидим. Сука. Держи, подлечи. Я тоже, что ли, постреляю? Или... Спасибо. Нет, у меня есть подарок для них. А-а-а-а! Отлично, хорошо, что я на бал. Оп. И все. Я сейчас тут патронами... Чё, пацаны, как стреляется-то в дыму, да? Заебись. Снабжу, блядь. Кажись, им похуй на мне вообще. Они меня игнорируют. О, это серьезно, брат, говно, братан, дерьмо. Это серьезное дерьмо. Я попал под серьезное дерьмо. Да. Смотри, я кого-то убил. О, я ствол выкидываю. Ставлю новый свежий ствол. Раскаленный ствол. Да, у меня раскаленный просто. Внимание, защити цель. Почему никто не заходит с фланга, блядь? Кто ты умер? Почему ты умер? Внимание, в этой зоне опасно. На титан. Защищайте цель, слышали?
Ага. Держи подарочек. Где она, блядь? Я тебя хуя увижу, блядь. Блядь, убила меня. А, это разведчик ебаный. Они сейчас все с Б бегут на Альфа. Угу. И типа... Гы-гы. Сейчас захватит ведь, смотри. А у нас на Б никого нету. Блять, никого, ни одного человека нету, смотри. Ёбана. Вот это Тима. Мы только что потеряли цель Аиста. Всё, я даже резаться не буду, в пизду. Тут ни на какую, блять, фау один не накопишь. Сектор был потерян. Укрепляйте позиции. Мы должны защитить цель. Нихуя тут, блядь. Прилетело, блядь. Какое-то говно. И пушка стоит в огороде, блядь, главное. Подумай. Кого убивать? Хэдшот ему из пушечки, блядь. Прикинь, 9 хп в пушке почему-то, блядь, моей. Самолет он, блядь, как пизданул. Ты здесь вообще, нет? Да, вы сгораете. А, я понял. Ну, они альфа уже того. Да. Цель занята! Мы захватили цель Баклан. Фау летит. И, судя по всему, не наш. По-любому не наш. Не в тебя летит? Нет. Слушай, братан, да, сюда летишь? Да, в натуре, блядь. Не сдавайся. Подкрепление в пути. У тебя даже трупа не осталось от тебя. Да я... Еще бы. Какой там труп, блядь. О, смотри, вот он. Я спрыгну с моста, разобьюсь, пожалуйста. А тут улегся на бочку. Красиво? Мы потеряли цель сами. Я тебе помогаю. Спасибо большое. Блять, окружают. Пиздец. На цапле вообще никого, смотри, реально. Пойду посмотрю поближе. Захватим эту цель! Нетронуто, без боя деревню отдали.
Не, там кто-то есть. Нет, из наших я. Ага, да. О, блядь, нихуя. Под тобой какой-то гей просто бегает, пинирует. Лечись. Охуеть. Его убил кто-то. Блядь, ски фанера, блядь, мне все испортило, нахуй. Блядь, почему я вплотную? Почему я, блядь, не попал ни разу, блядь? Знаете? Да. Внимание! Захватить цель! Там, кстати... Сейчас что-то бомбанет. Ну, кажется, что... Давай. Смотри, на Б одни трупы. Сейчас мы захватим. Ха-ха. А мы альфа. Ну, ладно, хоть так, блядь. Я убил его. Поднимешь? А, это не ты. Ты его убил? По-моему. Ну ладно. Там просто... Я видел еще значок. Да. Вот он. За сараем надо посмотреть. Да вон он, господи. Ура. Я сдох, короче. Граната! Но они все сдохли. А, там, да, на втором этаже все сдохли. Спокойно, я тут. Блин, еще захватывают. Где они? Да не за сараем. А, я вижу. Нихуя они. Нет, тут нет никого. А, вон они, блядь. Блядь, пиздец, нет. Ну ебать, ну ладно, че, серьезно? Откуда стреляют? Да вон, оттуда, блядь. Там дохуя, блядь. Ладно, входы полежу, попасу, блядь. Чё-то летит. Да, это сюда, блядь. Стоп, я не сдох, нахуй. Странно, но я живой. Я тоже. Мне надо выдвигаться, нахуй. Это нас здесь просто сейчас заметит. Я просто выхожу, и меня, блядь, угандошивают сразу, блядь. Гранатами кидаются. Вон обходит, блядь, нашу хату. По низу, блядь, припас. Да, вон по низу, блядь. Сука, как же мне с этим пулеметом, блядь, бегать неудобно. Папа! Меня она убила. Все. Да, жесткая, конечно. Их атака. Немцы заставили так, нас отступить с поля боя, но победа дорого им обошлась. Командование приказало нам собрать оставшиеся войска и отступить вглубь страны. Мы все еще можем одолеть врага. Враг тенью следует за нами по территории Франции, выжидая наилучший момент для атаки. Нам приказали занять оборонительный рубеж и защищать Париж. Обороняйте тыл и от...
Надо захватить объект. Так. Вот уже летаешь. Хорошо. Неплохо, когда никто не пристанет. Не дают с пулемета пострелять как нормальному мужику, блядь. Так, МГ-34. А, сделал. Все. Так, с моего Тернера. Видим стену голову. Видим всех врагов. Так, попробуем тогда с МГ-Тернера с прицелом. Может, они это имели в виду? Я просто хуй знает. Типа там есть трехкратный оптический, блядь. Может, они это имели в виду? Это что там не зачиталось-то? Вы должны отстоять этот сектор. Бойцы, нам нужно защитить все цели. Тебе нужно вернуться на поле боя. Я спикировал, блядь, меня над лицом какой-то хуй. О, вот они. Братан, вот они. Я убил двоих. Вон еще один, видишь, перед тобой прям. Да откуда я же ползу? А, вот. Ну да. Всем приготовиться. Враг заминировал цель цапля. И мы у них в тылу. АЭС была ликвидирована. Откуда тебя убили? Ебать! Второй этаж, сарай. Одного убил. Там еще к тебе один. Блять. Тут дом один еще занят. Блять, не при зарядке поймал, Питер. Ну-ка, что, работает? Ну-ка. Задача. Хуй поймешь. Осталось? Что-то я не понял. Ой, зато я вижу фрица, которого я сейчас на разорежу. На. О, блядь. Нормально. Еще я вижу фрица, который, блядь, наших пацанов убивает. Защищайте цель, слышали? Ты нет. Ты не видишь. Блядь, я вижу, и мне страшно, нахуй. Как так? Кибер. Че его там? Членом убивает?
Да. Именно так все и было, блядь. Все, что ли? Все, блядь, кого ты тут не накопишь ни на что вообще с такой командой. Враг сокрушил наши позиции. Битва за Францию проиграна. Но схватка за Европу только началась. Война не окончена. Сегодня нас одолели, но мы вернемся на поле боя. Ну, ваша отвага убедила меня. Нахуй вас там не... никто не ждет, блядь. Клановцы какие-то. Какую-то медаль. А почему нельзя ее развернуть, посмотреть поближе? Какая-то маленькая иконочка и все. В сводке. ХЗ. Вот то же самое. Я так и не понял, блядь. Мне засчитали? Ну, начали считать. Блядь, еще лагает. Ну, судя по всему, начали считать. Блядь, все начали считать, судя по всему. Я ХЗ, блядь, сейчас попробую. Внимание! Вы десантируетесь до начала высадки главных сил, чтобы ослабить... Уфух, слышишь? Мы десантируемся ваша до начала высадки главных сил. Ваша задача — забрать из тайников взрывчатку и уничтожить с ее помощью артиллерию немцев. Иначе эти орудия уничтожат наш морской десант. Иди, фу. Удачной охоты! Ладно, залезай. Ну попробуем, хули. Ну там это что, за раунд надо, напомню? Да? За раунд? Типа того, да. Ну тогда у тебя просто счетчик завис и сейчас заново пойдет. Типа он так и будет показываться только, пока ты больше не набьешь. Он тебе просто показывает, что ты чуть-чуть постарался там. Что ты сделал? Угу. Ладно. Сейчас постараемся еще лучше. Я надеюсь, наша команда постарается тоже. Да, тут так, конечно, сасывать это, блядь. Непонятно. Так, ну что у нас тут? Уже, блядь, расхуяривают. Надо, я вот в самый левый сажусь. Там меньше всего расхуяривают. Не трожь китайца, блядь! Друг друга, сука, блять, разве что они не лижутся, прикинь. Пиздец какой-то, блять. Скоро прыгать будем! Что ж, все тут цель ко всем чертям? А наш самолет никто не трогает, блядь. За родину, блядь. Охуеть. Это вообще не... Блять, не так делается, нахуй. И кричится не так. Это только царапина! Ой, ёх ты. Спасибо. Мы только что получили взрывчатку. Держи, подлечись! Благодарю! О, патрон. Внимание всем! Мы только что получили взрывчатку. Откуда, блядь? Смотри, нас немного больше, может быть. Благодаря этому у нас что-то получится. Надеюсь, что... Помогите кто-нибудь! Граната полетела! Ну, альфа пизда, 100%. Можно прям дальше идти смело. Будь начеку, боец! Пусти по сердцу! Второй! Не останавливаться! Сработано. Цель А уничтожена.
Задели. Я стреляю чувака, и передо мной укрепление появляется. Я все сломал нахуй. Убил в бункере какую-то ступу. Справа один. Бля, да меня сейчас убьют, братан. Меня ранили! Помогите кто-нибудь! Да, сейчас подниму. Блять. Смотри, тело принесло, блять, ветром. Разведчик. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Сразу пердилище, блин. Я не вижу. Блять, да откуда? Освещается, блядь, изнутри. Чтобы лучше видеть, блядь. Приказ уничтожить цель. Не, ну, блядь, это прикинь. Ночью в бункере. Страшно, наверное, сидеть. Ну да, хули, и холодно. У нас отряд пустой. Давай зайдем куда-то. Давай, давай. Мы раздобыли взрывчатку. Пойдет. Будут приказания. Этот отряд тоже какой-то пустой. Надо. Ну похуй. Надо отнимать власть. Давай прям в тыл, короче. Есть бомбы. А, как прыгаешь? Да, я прыгаю сейчас. Прям в тыл прыгаю, блядь. Отлично. Попробуем там сейчас. Диверсию делать, попробуем. Бизнес сразу не получу. Что-то наших мало. Блин, наши чуваки тоже ливают. Потихонечку. Появится. Вон там! Осторожнее! Врача! Я умираю! Я тебя перевяжу! Спасаешь мою шкуру! Бля, кругом враги, братан, и я здесь один. Я вон попробую там. Тогда дезаминировать. Там на Д много народу вообще? Хуй знает, я, блядь, пытаюсь выжить. Ну ты вообще в жопе, да, я вижу. В смысле, в тылу. Я хотел сказать. В тылу. Слушай, врага. Блять, меня убил. Ты умер. Дверь была открыта, я видел, блядь. Я думал, он уже ушел. Рисуйся у меня. Ща. Я прям у точки. Надо положить туда бомбу. Ну, давай пойду посмотрю. Давай. Ты первый. Ну, тихо. Кладу. Давай. Мы его убьем, блядь, сегодня, если бы, нет? Пиздец, чудом. Гранат кидать нахуй. Конечно. Парочку. Меня убили. Я взорвал там гранаты этих мудаков, блядь. Я разминирую. Да, конечно, но же, там, блядь. Человек. Смотри, он в другую сторону смотрит. Может, они не умеют? Он убежал-то, блядь, сколько, а? Да чё у нас отряд-то все, блядь? Где наш отряд? Скунишки, блядские. Почему мы мёртвые все? Я с тобой сейчас, давай. Давай, вправо со мной. Ты уже. Да, я нужен. Пойдём в самый длинный ящик. Прям до конца. Да-да-да, я медик. Наконечно, летим. Я тоже. А, вообще да. Что в меня? Да я не буду крутить, оно взрывается. Бэй, ты видишь там сколько их внизу, посмотри. Их в конце нету, смотри. Да, главное теперь долететь оттуда, блядь.
Он как-нибудь... Я на ходу приземляюсь. Я тоже. Ура, блядь. За трубой, как Санта-Клаус. Лезь в трубу. Это... Вон, узкая щель, блядь. Блин, все, обойма почти. Меня сняли сзади. С соседнего дома. В окне, блядь. Да, я тоже сдох. Снайпер убил. Это он у меня уже... Это тот самый, короче. Тот же самый. Кто? Давай. Twitch? Давай так же, что... Twitch типа 9.3 на первом месте у них. Да нет. Не хочу. Не хочу я так. Буду, блядь, его резать. Свинью блядскую. Чисто, чисто на него иду. Важная информация. Взрывчатка теперь в нашем распоряжении. Ха! А, блядь, я его не убил. Он меня заминировал. Чё? Он заминировал подходы, короче, и его не убил. Но на 85 ранил. У него больше нет взрывчатки. Спокуха, я тут! Стоп, подожди. Это мина была. Наверное, мина была. Чё, пехотная, да? Угу. Меня набегу в голову убивают. Чё за читаки играют какие-то, блядь, аимботеры? Сервакул. Зато. Сейчас я его ещё раз убью, блядь. Ещё раз попробую. Зарезал его, суку, блядь. У меня просто покос. Тихо, там еще снизу, блядь. Сейчас. Я пробую. Сейчас пойду, забуду заходить, аккуратно. Убил? Да нет, блядь, он меня убил. Ты прикинь? Спросил, какой счет. Ну, спасибо. Гранату кинули. Куда? Сейчас будут пушить нас. Ну, пускай ротан свой пушит, падла, блядь. Я не заряжаюсь! Смотри, у него бомбит. Че у него? У него бомбит в чате. Я тебе помогаю. А, отлично. А ты что, какой-то бэк? Ну это... Типа... А, вот это? Да. Кто стреляет? Здесь тут еще есть наших? А, отлично. Тибэк это пакетик с чаем. Ну, по идее, да. Лезет один наверх. Блять, я ранил меня. Молодец, Сада! Беги сюда! Гранату кинул. Возьми, а кто на самом деле? Я его ранил. Убивает? Братан, я его ранил на 81. Спасибо. Не останавливайся, солдаты! Убил нахуй. Кто нашего пацана постоянно убивает? Вот на с нами третий чувак, его постоянно убивает кто-то, блядь. Там пулеметчики какие-то. Он типа лезет своим ебалом в окно, что ли? Да, вон еще один, видишь, попер, смотри. Граната! Граната, братан. Нормально. Караули. Да, блядь, пизду. Нахуй выходить. Оп! Ха-ха-ха, сдох, не ублюдок. Блядь! Как ты меня с пистолета-то убил? Вообще так. Будешь лучше прежнего. А, еще, еще. Сука, он ползком, блядь, он это, на картах пытался не палиться. Мне последний обойма. Ну давай, а чё, возьми у него патроны, сходи. Да, окей. Теперь о, слышишь?
Это, наверное, ветер гуляет. Так, пойду из окна постреляю. Кстати, здесь в основном наши, блядь. Врагов-то здесь нет больше. А, вон, на точке. Бля, у нас тут везде наши пролом. О, это обходит. Внимание всем! Мы только что получили взрывчатку. Да, это может быть очень опасно. Не спать! Пойду вниз. Попробуй патроны замучить. На карте рядом с домом кто-то есть. Я... Ага, вижу. Там еще один в горах. Бля, патрошки кончились, ёб твою мать. Вот это подстава. А тут есть? Тут уже у них эта точка есть. Да? Тоже патрон. А, да. Блять, а там враг как назло, блять, вот он нахуй. Пиздец. Я его ранил, короче. Блять. Че, нормально сидели? Я себе наглый, да? Он меня зарезать хотел, прикинь. Ну вообще охуевший. Так, понятно, никто не хочет минировать точку. Я пойду за бомбой. После 10 на ум, блядь, должен хоть что-то сделать. Вовремя. Да. А я потом просто скажу, что все мудаки, блядь, а я вот бомбу таскал. Ого! Это откуда так, блядь? Пулемет. Уярил. Да. Наша атака с воздуха провалилась, и немцы и отряд не сохранили большую часть своих орудий. Потерь при высадке нам не избежать, но отменять ее мы не станем. Нарвик будет захвачен. Да, реально, его бомбануло-то, блин. Бедняга какой, а. Немцы сохранили почти все орудия, поэтому высадка шла под непрерывным обстрелом. Мы потеряли много бойцов, а выжившим предстоит штурмовать вражеские укрепления. Будьте сильны и упорны, и сектор за сектором мы одолеем врага. Так, можно прикурить. Фуфушечка, слезь, пожалуйста, девочка. Я еще вставать буду. Женька, слезь, пожалуйста. Ему толстушка. Фуфушка, толстушка.
куда этот мудил нас привез? Стрял, что за хуйня? Поехали, пойдем, пойдем со мной. Сейчас я, сейчас. Захватить цель, живо! Смотрите там! Всем быть начеку! Ты меня куда чё затопить решил, блин? Да, да. Поехали. Поехали. Куда пушкой? Поехали. Чё, сядешь в меня? Давай, сейчас сядем. Давай, я сел. Оп. Поехали. Мы утратили контроль над целью Баклан. Ну, мы едем и не летаем даже, охуенно. Неужели блядь, по-скипсили что ли, блядь? Гравитацию сделали, пушечную. Так, ну, команду как поставить? Так, норм? Стоп, остановись, дай посмотрю. Трясет, блядь, чуть назад или вперед.
Ну, да, пойдет, давай так. А на точке нет никого, это слишком долго. Слышали? Бам, нахуй. Резнуть он. Резнуть он пришел пацана своего, блядь. И тут, блядь, пушка на нахуй. О, снайпер. Откуда? Я уснул на пушке. Откуда не вижу? Сейчас, блядь, разберемся. Откуда снайпер-то, бро? Да вон. Тут, ну его убили вроде. Вон они идут. Будьте начеку, это серьезная угроза. Вижу, блядь, ранил. Блядь, сука, пулеметчики ебаные, ну похуй, пушку нельзя бросать. Тебя опять убили? Конечно. Там, ну как ты говорил, вон они идут, вон они шли, там еще, кстати, снайпер откуда-то, блядь. Ага, из-за бугорка, блядь, хуярит. Ты приумный. Опять он меня убил, нахуй, 3 раза уже. Прикинь. Да, я вижу его. Клёвый чувак. Охуевший. Обходишь, что ли? Не, он там. Я сейчас возьму сам снайпера, блядь, он заебал, блядь. Вот цель! Захватите ее! Ну где он там? Мы получили контроль над целью Аист. Ага, вижу. Сука! Охуеть, блядь! Чё, некий чувак, да? Охуенный, блядь. Ну, кстати, хорошо видно. Тё, взорвали, да? Сзади... Кажись, мы им пушку подарили, братан. Там 2 чувака да. За пушки. Сейчас мы её, блядь, обратно заберём, блядь. Надо так снайпера этого ебаного зарезать, блядь, хуям собачьим. Там темная зона. Ты не добежишь до него, мне кажется. Нет, там не темная зона. Приказ оборонять цель. Сейчас я тебе, блядь, резну с этим. Пушка ебаная сейчас. Не-не, ты прям заезжай, она не стреляет, она не будет стрелять. А то есть она сюда. А, да, там не видно, да. Да. Сейчас я ее просто с пулемета, если там кто-то сидит, я с пулемета расстреляю. Поверни. Все, убил нахуй. Хуя они носятся, блядь, как зайцы, блядь. Николай II, блядь. От этого нахуй. Блядь, пиздец, я не могу купить. Что за хуйня? Мин, что ли?
что за хуйня? Нас пытаются обойти справа по борту. Так что, блядь, самолет что ли или что, блядь? Понять не могу, ну нахуй. Вот он, блядь. Хуесос, блядь. Пушечку, блядь, хочет захватить. Братан, слева два дерева, блядь, там сидят хуесосы. Ебать их там, блядь. Какой же перегрелся, блядь. Все, патронов нет. Давай, давай, давай. Ну, взяли, смотри. Ну, нормально. А нифига мы там целый фланг закрыли, блядь. Они хоть и не многих убили, но сковали. Да. Они там, блядь, поныкались все, пиздец. У меня звук этот пулеметный заключен. Где? Да, 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 да. Короче, пока заряжаешься, сейчас я отойду. Хорошо, бойцы, сектор зачищен. Хорошо, атакуем следующий сектор. Бойцы, захватите цель! Тут у меня там этот самый. Я чем могу сделать? Я могу взять эту пулю, но перетащить ее куда-нибудь наверх. О, танка может подцепить? Да. Плохо дело. Давай. Слишком мало. Так куда ее поставить? Сюда? Наверх? Ну, да, типа за холмик нормально должно быть. Как-нибудь вот так вот развернуться. Так, вот так, да, наверное, а? Попробуй. Давай. Сейчас попробуем. Давай, попробуем. Чуть-чуть вправо поверни ее. Ну, нет, в другую сторону. Ага, все, нормально, нормально. Бросай.
Блять, сука. Высоко слишком. Высоко, да. Сейчас я попробую подвинуть там. Ты же вряд ли получится. Ой, я чуть-чуть двинул его. Ну, стоп, так, попробуем. Ну. Еще могу. Давай, да, я просто блудит. Ну, по мне, кстати, снайпер попустили. Да, меня снайпер. Нахуй. Да, я понял, плохая идея. Окей. Там очень четкий снайпер. А где он, блядь? Ты его видишь? Я не понял. Где-то в горах, блядь. А, снял его. О, заебись, сюда в пушку. Блядь. Я что-то повис, блядь. Хуя себе! Меня рак разъебал, братан! А там на улице рак стоит, бля, прикинь. Вот там, вот смотри, где я стреляю, блядь. Убил. А снизу враги, блядь, хуярят. К нам обходом, блядь, через канаву. Убил. Я их там, ты видишь? Снизу, да. Я прям в дом, блядь, наебениваю, блядь, аж троих нахуй, жнёк, блядь. Я тоже попал, наконец. Они прям там снизу под нами. Они рестят. Слышишь, а это... Опять пушки. Вау. Че пушки? Там на пушке пикнул. Получка давления. Во, нормас, блин. Там, кстати, сейчас вот, дальше прямо по улице. Еще будет пушка одна. Стоим на смерть. Защищаем цель. Вот там дальше по улице, короче, прямо там еще одна пушка стоит. Так что аккуратней. Она, по-моему, даже... О, блядь, смотри, смотри, приземлился. Вот приземлился, класс. Вот, тут, кстати... Смотри, дай надо помочь ему, надо помочь ему, надо сломать эту хуйню. Я не могу сломать сарай. Он не ломается, блядь. Подвинь его, блядь, просто. Там танк сломается. Оп. Давай, братишка, взлетай. Вот видишь, пушка хуярит. Вон она, вон, видишь оттуда, блядь. А там танк походу, бро, еще. А, за, блядь. Призвался у нас. Тем я тебя породил, тем я тебя и убью. Там, кстати, пушка сзади стоит. Там, ну, это вечно там. Захватите цель, мать её! Я вижу, вон танк маленький проверил. Это же наш. Да, хуй. Давай через горы опять так же, блядь. Конечно, конечно. Нам надо... Да я вижу, вон уже пушка наша шмаляет наша. Да, надо ее сначала взорвать, блядь. Собственную безопасность обеспечить, так сказать. И жепы наставили, пидорасы, блядь. Блядь. Проедем слева. Вот они, блядь, снизу на нас. Тихо, погоди, дай мне ебану. Там не только тигр, братан, там. Блядь. Слева по нам хуярит это, блядь. Что-то походу пизда. Там гранты, но я взорвал один. Я ж тебе говорю,
Я ж тебе говорил, там пушка, блядь, там сидит. Надо выше было, выше просто. Надо было. Она там по улице, там их две, блядь. Я просто пизды уже получал здесь. В таком формате. Можно альфу схватить. Граната пошла! Так, что, у нас танков больше нет, нихуя нет, да? Мою комнату навес. Штурм Тигр прям напротив меня. А. Его бросили, блядь. Где в него залезать? Блядь, я не помню, нахуй. Спержачело, по-моему. Походу он сгорел, слушай, это муляж. Несмотря на все усилия, мы так и не смогли выбить немцев из Нарвика. Так, ладно, наши, сколько кружится, я там дрожжи ставлю. Позиции, которые нам теперь предстоит штурмовать. Если враг сумеет удержать эти высоты, наша норвежская компания будет провалена.
Неудачная попытка захвата гавани обернулась для нас неприятными последствиями. Немцы надежно закрепились в горах и ждут, когда мы атакуем. Их необходимо вытеснить оттуда. Чтобы освободить Норвегию, мы должны полностью очистить Нарвик от немцев. Там еще какой-то фриц был, блядь, по-моему. За камнем, вот там, здесь нитка. Захватите цель! Гранату кинь. Блядь, понятно. Сам себя чуть не взорвал. Кинул, блядь, побежал туда. Олень, блядь. Так, ладно. Другую пушку брать. Ору, просто жалуюсь. Это такая ебаная. Раньше я его не замечал, но теперь очевидно, что это пиздец. Я только что выпустил обойму со шмайсера в троих чуваков и убил только двоих, блять, а третьего с пистолета почти убил. То есть третий чувак меня убил. Раньше бы они все сдохли. За половину обоймы раньше бы все сдохли. Баланс. Наши пацаны летают, можешь их кикнуть нахуй? Глаз с этого места не сводить! Держи аптечку! Черт возьми! Сейчас базрейм. Так. Все, базрейд, че? Хуя себе. Наши пацаны летают, ну заебись. Захватим эту цель! Вообще на Б может попробуем дойти. Пойдем, пойдем, пойдем. Направо сейчас поговорим, они в канальке тусят.
Ох, ебать. Да мне в спину. Гивер, блядь. Гивехр 95. Меня ранили! Помогите кто-нибудь! Помогите! Гранату гадам! Беги, брат, не оборачивайся, они нам в спину стреляют. Я захватываю. Держи аптечку. Спасибо, боец. Труп нашего братишки улетел. Готово, солдат. Мы прекрасно поработали. Цель поклон наш. Он АД сразу. Давай. Охуеть. Я уже всем люблю. Будьте начеку, там опасно. Пидарас, блять. Ну вот как? Так, сейчас я поменяю. Ставлю. На Б. Так, ты там уже все? Тут еще аптечка. Патроны кончились! Перезаряжаюсь! Ловите! Внимание, мы теряем цель Баклан. Проделю тут. Как больно! Подожди. Помогите! Хуя! Самолет летует! Слушай, может, давай я десантируюсь на Е, а ты ко мне резишься. Давай, давай. Мы захватили цель Дроста. Я выжил. О, я упал и выжил. Здесь. Захватить цель! Бомбить будет. Я перезаряжаюсь. Мы все-таки захватили цель ему. Сердце не задето! Твою мать! Помогите, что ли? Там много, не резай, наверное, тебе резать сам лучше. Если ты выживешь. Прямо вот. Не останавливаться! Ай, блять, резать. Всегда помогу. Еще. Вот он. Пошел. Хорош, так. Меня сзади убил кто-то. Свежие данные. Потеряна цель Дроста. Я постоянно горю. Сзади. Убил. Фух, блять, у меня просто перезарядки везде, блядь. Давай захватим. Захватываем, захватываем. Теперь обороним это. Мы захватили цель, цапля. Справа заходит один. Ага, вот это, слышь, домик. Сука. С трехстволки, блять, дробовик. Он, кстати,
впритык уносит, сейчас заебись. Меня тоже он убил. Будьте бдительны, мы лишились цели цапля. Прекрасно, цель АИСТ захвачена. Альфу захватили, представляешь? Ой, команда ты вообще убил. Всех убили, блядь. Альфу захватили, красавчики, бля, ну че, пойдем с Альфой. С, блядь, без толку, наверное, сейчас, да? Пойдем на Б. Захватите цель! Вместе с тобой! Фу, блядь, не пугал. Ты голову попал. Ух ты, вот он! Ты меня не сдохнешь! Я ранен! Ранен! Держи аптечку! Смотрите, кто-нибудь! Ты неблагодарный! Вроде пока тут чисто, блядь. Мы на Б идем или куда? Пойдем на Б, наверное, допустим. А, да, станция дохуя, их пизду, блядь. О, вижу. Он готов. Ага. Он снайпер. Еще один снизу, блядь. Ес, блядь. Все равно. Да из курилки, короче, там хуячит, блядь, за мешками лежит. Вижу. Рус, ну, ПМП 40, смотри, про меня пишет этот кончик. Я сражаюсь вместе с тобой. О, блядь. Это я не... Блядь. Вот он. Прямо над тобой. Убил. Ты его убил? Да. Там, блядь, я... Над тобой, над тобой заходит справа. Убил. Там еще там один. Еще один был. Он убежал, что ли? ПЗ. Там, короче, все. Слева, видишь, от меня убил. Тревога, цель Баклан под угрозой захвата. Нас уже 60, мы не накопим ни на какую бомбу с этих командой, блядь, даунов. Надо кикнуть этого пидора, который летает, меня бесит. А нас еще и меньше, смотри. Ладно, хуево, толку уже нет ничего. Нас на 8 меньше, типа. Да, нас все меньше и меньше. Смотри, какая армия на С пошла, блядь. Вот он. Еще, еще, выше. Одного убил. Я долго не продержусь. Блять, нет. Там со всех сторон, они со всех сторон уже. Да, там трехстволок. Альфа не доступна. Все захватили. Че, резнуться не могу там. И че тоже. О. Пойдем по этому перешейку, блять. На Е, пусть знает. Страшно. Да, хули. Я куда-то пробежал. Побегу на Д. Хуя. О, летит, слышь, летит. У них есть очки на эту хуйню, у нас нет. Ну, конечно, есть. Блять, меня кто-то резнул даже. Давайте! Идем на цель! Нет, бэкап сквад! Цель Эму теперь наша! Ну все, блядь. Внимание, мы с позорищем закончилось. Я в одно жало почти Д захватил, сука. Оборона немцев. Так, сейчас посмотрю, там стиропчик, наверное, скипел. На все усилия, мы так и не смогли захватить Нарвик. Наша операция завершилась полной неудачей. Теперь, когда Норвегия в руках немцев, мир ждут тяжелые времена.
Долгие месяцы мы гнались за союзниками и, наконец, осадили их в Табруке. Они планируют атаковать нас через перевал Хальфая. Чтобы обезопасить свое наступление, враг сперва попытается нейтрализовать нашу дальнобойную артиллерию. Мы должны уберечь ее. Идет. Цель Баклан уничтожена. Komm schon! Verteidigt das Ziel dort! Ich habe ein Geschenk für Sie!
это Ваня? Внимание всем! Вам приказано удержать последний цель. Das wird schon wieder. Du hast mich gerettet. Ich bin für dich da. Hier, erste Hilfe schadet nicht. Знали, что враг нанесет удар, но, несмотря на все наши приготовления, вражеский десант легко выполнил свою работу. Уничтожив артиллерию, союзники могут беспрепятственно продолжить наступление. Мы должны как следует подготовить наши позиции. Бой начнется уже скоро. Вчера нам не удалось уберечь свою артиллерию. Однако битва только начинается. Завтра мы получим подкрепление. Нам приказано удерживать перевал, пока оно не прибудет. Будьте отважны, бойцы. Отступайте, только если у вас не будет иного выбора. Так, здесь. Да неужели? Да. В принципе, все готово почти что. Осталось последнее. Внесение солода. А вот он дрожжей. Еще температуру позволить. Еще нет, придется ждать. Так, что у нас, тигр, да?
Можно с левого фланга хорошо постоять на горе. Ну, у нас типа захват. Тут пушка есть, кстати. Да. Ну, обычно, блядь, она бесполезна, оказывается. Ну, попробуем, ладно. Я как-то... Я вот с нее, кстати, истребитель сбил. Ага. Это что, блядь? Танк справа по борту, блядь. Попал нахуй. Убил, взорвал, блядь, походу, нет? Техника по отбитой, братан. Рикошет, рикошет. Взорвал нахуй, готово, блядь. Стильнул мой фраг. Хуя себе, я его подготавливал, бро. Я 4 раза в него попал. А это тоже танк там? Да, блядь, там враг нахуй. Убил, готово, блядь. Ранен. Второй, блядь. Не, это, конечно, хорошая тема, что, блядь. Сейчас пушка так перезаряжается. Вот реализм. Внимание! Цель Дрозд потеряна. Как ты, блядь, ранен? Он просто взорван к хуям с тобой. Так, еду за тебя, пожалуй. О, чувак меня чинит, горел. Прикинь. О, нормально. А гусеницу не починил. Уяся, братан, я 10 фрагов с ним наставил. Тише, тебе говорю, хороший. Я взору не заебись. Больше никто ко мне в гости не едет. Они сейчас бой попрут на нас. Блять. Поеду на базахват. Блять, захватывают альфу, ёпта. Откуда, блять? Захватывают бету. Мы потеряли цель Айс. Я по чику хуям собачьим. Отличная работа. Зачем? Чеки брики в дамке. Охуенной пушкой, блядь. Я заберу еще пару душ. Снайпер. Я уснул на пушке. Хорошая работа. Цель цапля в наших руках. Так, ладно, тогда к тебе. Я себе
12 фрагов, заебись, сидел. Пушки отлично. Танк. Ну, шопы ему прям хуярит. Там их двое, что ли? Да, слева еще один. Я там влезаю, блядь, сейчас будет хуярит с этого, блядь. С дупла, блядь. Пехота! Ебать, убил, блядь. Один взорвал. Сейчас я второй, блядь, попробую подраться, блядь. Там пехота еще дохуя, блядь. Где второй-то, бро? Я не вижу там. Взорвал. А что ты вылез? А, ну ты молодец. Я помогал тебе. Я. Блять. Я отомстил. Ага. Стрешно за тебя. Чисто. Так, я в пушку. Там занят. Давай. Шлюха, блядская. Ты ей, блядь, не танк. Ласкал, как я, блядь. Танк едет. Где? А. Сзади? Танк. Рикошет. Сейчас, блядь, прям ебальник, блядь, свечу нахуй. Сейчас мы его будем минировать, братан, блядь. Контрольные, блядь, взрывы. У меня кончились. А, нет, есть еще. Сажусь. У них хп мало, но ваша будет. Слева танк еще один. Там же. Мы больше не контролируем цель, Грач. А, блять, пизда, его не видно. Его в бан-баной. Ага. Бан-баной. Пойду посмотрю, может там кто-то из пехоты вышел. Нихуя. Поеду на... Это пушка, брат. На Д. Поеду на Д через Б. Я могу с тобой ехать. Так сижу без Воу-воу-воу. Короче, танк со стороны А. Танк не видишь, да? Со стороны А. Я из чего у тебя сижу? Сполз вниз. Почти раз. Поперли. Опа, нам в спину кидает. Это может быть со стороны С. Наш чувак на пулемете справится, наверное. Да, но он так стреляет по воронам. Он приуныл. Послушай,
он спрятался как-то. Слушай, а прикинь, а можно прятаться? Я за пушку здесь, танк где-то. Танк спереди, да? Да-да-да-да-да, я за пушку. Отвлекай его, сейчас мы его, блядь, в аду плана. Блядь. Блядь, я братан, за пушку могу. Бей его. Я стараюсь. У меня куча. У него 23 хп или 20. Готов нахуй, ура, блядь. Блять, а меня есть панцер Фауста сзади. Из винтовочного, правда. Винтовочный панцер Фауст. Малыш такой. Миниатюрный. Так, чё, пойдем? Да я не знаю. Отряд летает наш. Пидорасы. Ну, можно к одному лестнице и куда-нибудь десантнуться. Кстати, да, можно куда-нибудь отжить. Короче, куда вылезу? Я прыгну. Блять! Да, я, блядь, тоже проиграл. На скалы, да? Какие скалы, блядь, на дно, прямо на дно ущелье. Я, короче, для меня война закончилась. Охуенная, блядь, идея, братан, была вообще. Отлично. Может, на G? Пойдем. Давай на G. На F сбегаем. Блядь, так там, конечно, пиздячить. Может, на B тогда? На D попадем. На D, потом что, куда? Тут да, враг на точке, кстати. Да, где, блядь? Где-то здесь, в дыму, по-любому. Непонятно. Ого, самолет. Хорошие новости. Цель Аист наша. Ладно. Ну, сегодня за ПВОшками, блядь. Пострелять по самолетикам. Мы взяли цель, фазан. Бесполезно. Карабкаемся, блядь. Вот ты петух. На тебя, блядь. Танк, блядь, эта чахотка, сука, приезжает к тебе. Я сдох. Окей. Наш чувак без крыла летает. Вот она, чудо техники немецкой. Так. F или что это, E? Давай, да, давай. Куда шум? Блин, ее почти взяли. Мы сейчас отсюда побежим, лучше не резать здесь. Нам сейчас отсюда бежать, пиздец. Пошли на С, что ли, да? А, или куда? Куда нам вообще прибежит? О, пошли на Д. О, пушка, пушка, отлично, сейчас я прям сяду за пушку и, блядь, мне сразу снайперс. Прямая наводка на хуяри. Так, готов, блядь. Эсте Хильфе, хир! Откуда ты сзади, блядь, сука? Блядь, из руин, ёбаных! Крысы остались. Крыса, да.
уничтожаем эту точку. Опа. О, кемперок. Натянул. Так, какого-то пулеметчика выебал. Второго нет. Выходим! Давай F, да, нас E отбирают. Ты же думаешь? Нет. Слушай, а как тут пройти? Да вот. Наверх типа. Здесь аккуратнее, здесь не поднимаются обычно пылесосы. Угу. Там колючка одна комната. Так, я погнал. Стреляет, меня стреляет справа. Ого! Прям на него выбежал, прикинь, блядь. Там кто-то к тебе заходит. Попробуем тебе ресурс. Да заебал ты с КЕ, блядь. Иду, петух, блядь. Сообщение для всех. Цель цапля. 3, 2, 1, лес. Блять, ебать их там. Блять, ну почти же убил, а 97. 24, блять. Что за говно? Сзади что ли? Да, зашел? Поднимите меня. Меня поднимут. Подним. Все? Нет, еще враги. Какой все вынули? Одного убил. Тут еще один прям за мной, блядь, сидит. Извергнуть гранаты! Я ранил его. Давай, я забыл сразу. Сзади, да? Надо его там клещ. У своего пытался резко открывать. Тут наверху один, братан. Я зарежу его к хуям. Блядь, да ну нахуй! Как так ты, блядь? Так, стой, погоди. Я так тактично обошел, аккуратней, стой, сиди здесь. Я здесь пристрелил того чувака в голову. Вон еще один, вон еще, блядь. О, там, там давай, двое давай было. Флаг захватить. Давай, 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 там давай, может давай, еще давай, один. Отбираем флаг. Сейчас нарезаются. Здесь пойдет флаг. Кинь туда грену. Уже нарезались. Ну тут это два чувака. О, есть. Вот он, флага, блядь. Убил одного. Второй, по-моему, там в окошке. Убил его, он АФК ставил. А, второго... Он АФК ставил. Ага. Куч какая, блядь. Он бежит. Где? Блядь, да у меня... Ему принадлежит нам. Я его со спины захожу. Блядь, 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 сука! Через... Не, там я внизу, я упал, блядь, куда-то, пусть поймет. Три помеха. Так, давай, F. Прям, прям. Чутка. Чутка осталось на фау. Копить. Вон, видишь справа? Я его штурманул. Штурманул. Да нихуя там, братан, блядь, там пиздосы. Одного убил, второго не... Патрончики кончились! Да на! Он там залег, блядь. С кустами лежит, пидорас. Прямо около стенки.
нашего пацана расстреливает какая-то хуйня. Сейчас к тебе резнусь, там не умирай, ладно? Там что-то его убивает. Смотри, смотри, тих, стоп, вот сейчас выбежишь? Да я видел, я хотел его зарезать. Подними. Подожди, там еще один. Нет. Точно тебе говорю, блядь. Он не стреляет. Блядь. Да, там двое. И они стреляют сюда. Да. Он даже, я сейчас видел только трех, когда отдыхал. Пидорас, блин, как он выжил. Так, 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 что делаем, что делаем? Быстренько давай на Е, опять и на F. Давай, давай. На Е, а с Е на F. Не будем, делать... не будем его делать. Ой, ебать, смотри, тут на Е у нас народ. Он наверху, блядь. Я не буду ее дефать. Нет, я на F. Давай. Я слышу, тут враги везде рядом. Да, тут, блядь, эти руины. Вон наверху, блядь. Захвати флаг, братан. Эсте Хейфе! Хия! Я стараюсь. Надо е... Теперь надо е отжимать. Дьявол. Мы потеряли цель Эму. Хорош, что чувак там с руин напихал. Охуеть! Блять! Я сейчас их убью нахуй, резвись. Знал, блядь. Ух ты его, блядь. Красавчик вообще нормально. Я мгновенно меня убил. Кстати, у него быстро это самое. А имбот у него, блядь, на голову наведенный, да? Знаем мы таких. Эл, ван ви дизе сти! Сзади. Вроде там башни, блядь, враги. Есть очки на бомбу теперь. Блин, надо понять, куда кинуть. Теперь мне надо до двоих чуваков забрать бомбы. Бляфа граната! Ну е мы отожмем, блин. Блин, может на F ее пыльнем? Блять, а видеть бы кого? Он сейчас на самой вершине сидит, блядь. Она зато быстро прилетит. Короче, похуй, я стреляю. Er bitten hiermit ein V1 Luftschlag! Блять, главное... Слушай, ну ты меня чуть не убил сейчас. Я одного только убил, блять, и ты фау, сука. Говно. Меня... А меня ты скинул, короче, с башни. Я меня... скинул тебя с башни. Да, меня добил чувак, блять, который там... В котором я стрелял на мосту, блять. Ты в натуре упал с нее? Я видел, как ты там стрелял. Да, он меня убил. О, смотри, смотри, вот. Блин, мне показалось. О, вот. Я. Бойцы, мы потеряли цель. Блять. Стреляют, а где не пойму. Меня сзади убили, там наверху сидит чувак. Вот так, блять, значит он наверх. Ты мог успеть поднять меня, он не смотрит. Он там, да, он там, но он не смотрит. Все. Пойдем его ебашить. Он слева должен быть. С ножом сидел, блять. Да. Ты чё, мы тут сделали все, человек, куда я? Нужно. Надо патронов получить. Для начала. На G-B-4. На G надо идти, на G. А больше вариков нет.
остальное еще дальше. Это наш танк. Отнимай точку сзади, враг. Убил его. Пойти он лютый. Бессмертный. Тачанки нет никак, нет. Готово. Цель цапля теперь наша. Слушай, братан, да тут война, ты можешь даже туда не бежать, смотри, у нас Е уже просрано. Ладно, Г там заберу, блядь, нас. Куда тратит фау, блядь, куда понять не могу. С нашей базовой людей. Или не с нашей. Не-не, слева летит. С вражеской. Нас потерял, блядь, враг ебаный. Простительно. Сидит там на точке, короче, там внизу под флагом прям. Сейчас интересно. Бойцы, мы потеряли цель фазан. Не вижу никуда. Зайду-ка с другой стороны. Цель дрозд была потеряна. Блять, она сюда летит, что ли, а? Че у нас там с Е? Где вообще Е, блядь? А, Ф, пойдем на Ф. Ой, блядь, сука, прям чую сейчас пизда нам. Не-не, не к нам. На Айв сидит, видишь? Вон, стрельба. Вон он бегает. Давай зайдем оттуда, что ли. Сюда нельзя. На меня стреляет. В спину. Мне тоже, блядь. Эрст Хейфе. Да вон, сзади. Да, вижу. Да и нет. Эрст Хейфе. Там и Петскейн. Забей, короче. Где-то в камнях там был, похоже. Без дыма дали. О. Фу. А вон, враг. Или это галлюцинации, блядь. Или это камни. Галлюцинации, где враги? Пизду, блядь. Война, конечно, она уже, блядь, просто. Нет, тут убивают нашу. Вышка, походу, слушай. Или это фау его прибил. Да не вроде. Я вижу наших труп. Кто тебя убил, солдат? Признавайся. О, снайпер, слышно? О, вижу, наша, на карте, да, помечено. Будем пробовать его резать. Наверху сидит. На, ебали. Блять, вот это уже их не летит. Мне кажется, блять, портан, она сюда летит. Уху, нихуя, блядь, меня чуть не убило. Что, блять, надо встать. Ладно, все спокойно, блять, пойдет. Я тачанку нашел, прикинь. О, тачанку кто-то пригнал, можно. Мы нас можем уехать нахуй отсюда, блядь. Жизнь катать наконец-то, блядь, можно съебаться. С этим ебаным рабством, блядь. Ну, в общем-то, мы слили, но это была хорошая война. Мощная. Одного человека с фау убил. Перевал Хальфая пал, но мы не должны. Ты был прав, не надо было спешить, но а тут куда стрелять-то на этой точке? Если захвачено Д, блять, то некуда стрелять обычно. Да здесь очень плохо с этим. Надо создать какую-то ситуацию, где они соберутся, да. А так, блять, точек много, пространства много, блять. По два, по три человека на каждой. Я тут позавчера Жижу третий сезон досмотрел, наконец. То есть второй и третий сезон, они как бы вместе шли, они вместе. А. Вот, и начал четвертый сезон смотреть. Хуя, там еще четвертый есть. Там четвертый и пятый выходит сейчас. Обалдеть. Короче, вот это, буду называть его вторым сезоном целиком, вот это вот. Блять, процентов 70 хохнул просто, как мощная серия.
Однако к нам уже прибыло подкрепление. А значит, пора. Блин, ну прикольно, прикольно. Мы будем тесниться, захватывать цели одну за другой. Ну, он сам весь так охмачный, так, если потом. Бля, ну первый сезон там много серьезных тем было. Там уже народ умирает. Типа. Много народа своего умирает. Добрых чуваков. Ну, они же, блядь, с Дио сражаются, естественно. Да, да. Карс! Не, ну, блядь, заебись, конечно, что. Жижа охуенная тема. Такие, сука, кочманы, блядь, дикие, вообще, блядь. Как и полагается обычному европейцу, да? Да, да, да. Ну, чё ты сказал? Защищайте цели любой ценой. Вот здесь можно тоже на паузу заработать. Я, наверное, после этого насчитал ливаю. Спать охота. Я еще не ел нихуя ничего. Почему? Ну ладно. У меня повисло. Не, ну ладно. Что за повисло? Да, блядь, уже что-то долго. Мне амуницион! Это Хилфер! Хе! Ich habe eine Granate für Sie. Мы утратили контроль над целью. Ну давай, да, сейчас зайду. Сколько раз по одному играем. Я залью последний соло. Водичку и дрожжи, блять, дрожжи там сейчас убегут нахуй. Цель А только что была потеряна.
оттуда. Лагаешь, я резнулся в ящике, ты прикинь. Че? Я... И меня вытолкнул с него. Мы только что захватили цель Баклан. Так, запомните эту хуйню. Так, 2.48, блядь, я поставлю метку потом. О! Здесь как раз можно посмотреть, блядь, не ящик. Тебе этот танк же, блядь, танк прям. А его взорвали, блядь, уже нахуй. Ебать, это, блядь, М11А1, блядь, пулеметная вообще. Пулеметный карабин, блядь. Блядь, снайпер хуй. Лежит тут. На склад заход. Я на альфе. Я тоже. Вот тут снайпер, блять. Там зенитка сюда стреляет, строй. Там зенитка, да. Блять, посмотри, штурну птички, короче, какие-то патроны. О, блять, едет нахуй танк. А, ну зенитка, да, зенитка. Ты чё-то вылез вообще, пипец. Ты чё, на штурм пошёл? Безумец. Я хотел зенитку заебашить. Не лежа, блять, разъебать народу, блять. Троих чуваков убить за одну жизнь? Нет? Да. Причем выстрелом в голову, блять. Ты шутишь? С пулемета? Пулемета, со снайпер. А, со снайпер. Ну это нормально. Я бы не сказал, что я... Ich bin bei dir. А, ну вон он, мать. Второй, блядь. Опять этот говно приехал сюда, да? Ну вон он, да. Охуенно. В комбате, блядь. Давай, о, есть. Бежать. Я сейф за few days. Сумрак, сумрак.
теряем. Солдат, что ты делаешь? Солдат, какой ты? Слазишь по машинам, а потом падаешь с них, мертвый. Бомбардир, блять, просто. Все, отступаем, блядь. Все, отступаем. Сектор взят врагом, отходим. Я прикрою нас дымом. Дым, а тебе что нам сладок приятно. Зон заиграл у меня. Не скуяли. Я что-то включил музыку, да, ты прав, как она как-то рандомно включается теперь. Не под конец боя там. Непонятно. Ты тут вообще? Да, я вообще сюда тоже, братан. Давай, давай. Мочить. Еретиков, ебаный. Зачаночка приехала. Это снайпер, ох, блять, охуенно. Ну раз ты здесь, блять, дай потрошки ты, ёпта, тварь ты, блять, бездушная. А, ты штурмовик, блять. Патроны нужны? Или медик? Да я хуй знает, и то, блять. Ну больше медик, чем патроны. Ох, ебать. Че ты в комбате? Бежать надо отсюда, на. Я тебе аптечку. Это машинка все блядская. Все? Живой? Да, живой, вон машинка ездит. Мы теряем цель Айс прямо сейчас. Надо их из положения лежа убрать, а у меня не получится. На камень прям взорваться. А вот снайперочка нашел. Заебись, залез. Сколько метров? 270, понятно. Ты, блядь. Тебя стреляет танк какой-то или типа того. Танк и снайпер, блять, все в одном флаконе. Лечись сначала, а потом стреляй. Hier, erste Hilfe schadet nicht. Vorsicht, zieht euch das an. Verteidigt das verfluchte Ziel dort. Направленная возможность попасть, блядь, часы. Я не он. Он пиздует его тогда. Танк прям здесь, блядь. Да отъебись ты от меня, я тебя что, трогал, что ли? Хуйня ты, блядская. Почему попасть-то не могу, блядь? Hier, erste Hilfe. Verteidigt das Ziel dort, Soldaten. Ich sitze fest. Feuer auf euch. Ich halte sie fest. Классная у тебя дуэль. Идиотская дуэль, просто пизда. Я не понимаю, как он там сидит, братан. Забей на него болт. Не, я его должен убить, нахуй. В голову, нахуй! Действие!
как мне теперь патроны? О, блядь, я вижу. Фум, блядь, сука. Другой снайпер приперся. Нихуя себе стреляют, блядь. Крокодил. О, прикинь, с тылу в ангар с тылу заехал огнеметный танк и зажарил меня нахуй. Вовремя оттуда съебался. Вовремя, ты вообще в другом конце карты, братан. Ё. Так, вижу 234. Ё-моё, как мне отсюда бежать-то далеко. Ух, нихуя, блядь. Кто-то по мне, блядь, из пулемета строчит. Или кто-то. Блять, я застрял. Блять, сука, так делаю, исполняю. Может, наше что-нибудь. Ебать их тут, братан, я их тут мечу, короче. Тысячами, блять. Пускай они заберут то, что слышишь. Знаешь, я потом, пускай забирают. Я с тобой, конечно, согласен. Мне поубивать бы их на. Почему же вы не умираете-то? В спину, блядь, меня убил. Наши успешные действия позволили остановить наступление союзников. А я бы накопил. Их попытки атаковать наши на фаута? Оказались чёрными. Да, если бы они прорвали. Все, чего удалось добиться британцам, это упрочить репутацию немецкого африканского корпуса. Прекрасная работа. Прекрасная работа. Ты смотри, это ж гей, блядь. Посмотри на него. Да, это пивер. У него тени там все хуйня. Да. Макияж. Какие задачи-то? Я. А, слушай, прикинь, действительно, нужно было участие прицел поменять на смайли. Нас не нам оптический угрозы, прицел нужен, блядь, а не коллиматор. Защитить Германию. Наши десантники взорвут оборонительные батареи врага у Роттердама. Ну? Затем атакуем основными силами. Типа? Это должно сработать. СМЛЕ Тёрнера, которая. Карабин. У меня нет такой еще. Да есть, ладно тебе. Штурмовика, блин. Раз, два, три. Пятая пушка. Штурмовика? Ну да. У снайпера. Не-не, у снайпера это там этот самый. Есть, конечно. У меня штурмовик и медик вкачан полностью. А. Снайпер там другая. Тоже что ли по Кемперию тогда? Или хули, да здесь ты чё с Кемперией? Здесь надо это самое. Это самое? Штурмовать наоборот. Ладно, буду штурмовать. Ну сейчас вообще тут... А, десант вообще. Да. О, я сел в самый этот... Какой? Густонаселенный.
Угу. Самый верхний. Я тоже. Отъебись! Красный берет, блин. Красная шапочка, блин. Детсу. Сука. Ну надо бежать нахуй. Уже, блядь. Делаем. Ага, ясно, артиллерию взрывать. Обожаю, блядь, этот карабин охуенный, блядь. Сука. Жесть. Нахуй иди, блядь. Высунул ебальничек, помер, все. Как так-то, блядь, они не умирают, нахуй? Там их пиздец с воды прилет, блядь, женёк. Ебануться просто. Цель дрот уничтожена. Хорошая работа. И как они не умирают? Я не знаю. Проблем прицела, блядь. Проблем прицела, реально, блядь. Блядь, вроде бы они, блядь, они не ваншотят. Блять, был бы в реале, я бы там сидел бы фраг. Блять, не, был бы в реале, я туда не пошел бы нахуй. Танки бы не прислал. Не прислали. На кораблях имеются, блять, пидорасы. Я к кому могу резнуться, блять, вообще в этой игре, блять, не будет. Точно не ко мне. Да что-то походу надо, вообще надо не надо справа, никому. Надо справа, лучше не резаться вообще справа. Лучше высаживаться заново по новой. Потому что мы с Дэнни пройдем. Окей, я пошел на верхний самолет. Там сейчас я пройду сейчас, блядь. Нормально. Сейчас я все там почищу. Гномика, блядь. Сущность гномика. Мне все секреты известны. Нормой, нет. Блять, как будто здесь дыма мало. Взрывчатка у одного из наших бойцов. Я что-то там взорвал случайно, прикинь. Мне считаются очки ранения, блять, охуенно. Это бочка, наверное, была. У нас братан к ним в тыл прям забрался. Отлично. Выкашивает просто. Заминировали и задымировали. Шевелись! Как тебе теперь, блядь, мне прикрывать точку? Так, ну ладно, цапу мы взяли, я понял. Мне патрончики не даст?
Так, я беру бомбу последнюю. Да. И попробую заходить на Б через. А да, все, заходи. Тут типа чисто. Тут наши дохуя. Все, уже заминировали. Ну, да. Смотри, а что это на карте стоит такое? Это патрон так? Что? А, там все вместе. Видишь этот ящик медицины с патронами одновременно? Такой вид не приходит. Выглядит, как будто что-то иное. На карте? Да, посмотри. На базе. Все, что ли, выпали? И высушили. Наши не успел парашютисты уничтожили все вражеские орудия. Не видел переброска такого. Переброска основных сил по воздуху пройдет без помех. Кажется, она выглядит, она правильно организована. Не, серьезно, она наложилась друг на друга и Роттердам выглядит как... Как пушка в пушке? Ну, типа пушка в пушке, да. Вчерашние действия имели ошеломительный успех. Мы уже переписывали правила ведения войны и перепишем их снова. Наши бойцы направятся к центру города. Говорит, переписывали. Что вы там, блядь, переписывали? Ёптать, переписки. Вообще, я так понимаю, что у людей, блядь, в середине 20 века отношение к войне было проще, чем сейчас. Определенно. Видимо, да, Вторая мировая все-таки играла свою роль. Так, о, мы... Ну а чё там лето прошло с Первой мировой, блядь? Плюс еще всякие мелкие междоусобные хуевенности. Я, конечно, не знаток истории, но я уверен, что они были. Такое уж время. Да не, сейчас есть полным-полно, блядь. Да. Но отношение это другое уже, да? Да. Чего, блядь? Прикинь, гранаты взорвали, блядь. Ему 95, а он меня взорвал, гранаты.
нихуя к ним я выхожу нас. Блять. Здесь сейчас к тебе будут заходить, братан, из этой самой. Из дупла. А, нет. Там наш. А что-то мы не захватываем тот совершенно. Сколько там снизу? Много. Взорвал. Скорее всего, еще поднимается. Понимаете? Да, 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 вон меч стреляет. Давай, вылезай, вылезай. Понятно. Мы сейчас к тебе резать там. Захватываю. Или нет? Бля, что-то мы сейчас... Ты меня здесь... Блять, ну... Из тебя... Не умирайте, давайте захватим цель, вы ебаную. Там... Ух, ебать, тут, блять, сука. Там, внутри прям? Да. А, нахуй меня. Все, патроны кончились, я напал. Ой, дай вылезти, блядь. Ты сейчас сгоришь? Не-не-не. Охуеть, блядь, откуда он взялся, блядь? Полевой врач меня зарезал, блять. Твое дело лечить, пидор. Дай, дай резнуться, блять, не умирай. Нахуй. Должны взять на припас. Мне кажется, к вам снизу сейчас пойдут. Да, тебе не кажется. Они уже идут. Ебать их тут, блядь, женёк, трое, блядь! Да, там не снизу, блядь, пидорас. Ранил. Блядь. Я взорвал, нахуй, всё равно. Там что, ещё? Стой, 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 захватим, захватим, блядь. Не, не иди вот так. Я сдох, в смысле, чё? Ну ты, в смысле, лезь сюда быстрее и, блядь, это... Живи. Там нет никого. Браво! Противника теперь
больше бойцов. Ему стастиду отхватали. 23 тысячи очков с моей набили, блин, на этой точке. Отлично, блин. Внизу там, блядь, где-то в море плавает. Он не уйдет, блядь. Питается как убийство. Ха. Надеюсь, нет мин. Ха. Чувак убегает. Да, убегает. А мы не можем догнать. Один единственный, блядь. Мы за ним тут стадом, блядь. Мы не можем пройти дальше, пока его не убьем, блядь. Все. Блядь, ну он отступил, красавчик. Мужчина. У него зона батовка заскотела, включилась резко. Ну тоже. Круто. Прям, блядь, это... вдохновляет, воодушевляет на эту, на слифты. Так, что там? Я пытаюсь в окошечке, блядь, сидеть с прицелом снайперским. Alles klar, wir müssen das Ziel dort erobern. Падение Европы 13, что это значит? Хо-хо-хо-хо-хо. Не хо-хо, не хо-хо, блядь. Ого, блядь. Патрончики кончились. Охуенно. О, хорошо, через дорогу прям, блядь, ящик. Блядь! Блядь, там тебя с трамваем. Что? Сзади! Сейчас умру же, блядь, так как... Ёпта, у меня чуть наушники не улетели в космос. Как он там, блядь, оказался, братан? Я так нагибал круто. По берегу пробежал. Печаль, блядь, печаль вообще. О, еще один там. Он живой еще, да? Мне дают второй шанс, блядь, чувак. Ага, там вон он, блядь. Можешь это ко мне сесть, типа, пострелить. Да, аж типа врагов где-то дохуя, блядь. Я понять не могу, где они, блядь. Блядь! С берега так и знал. Мне надо эту ачивку сделать. Мне осталось там 2-3 убийства. Ёб твою мать. Внимание всем. Потери на цель А. Ладно, где сейчас сяду? Сейчас тебе надо вылезать. Пойду посмотрю вдоль берега. Любос там у тебя сидят. Сяду. Я могу третьего лица? Нет. Да, конечно, блин. Я его взорвал гранатой. Блять, ты бред. Первый. Слушай, первый фраг, по-моему. Ну ладно, не первый, бежу. Конечно, не первый.
этаж. Второй этаж? Блять! А лодочка идет? Снайпер справа. Да там снайпер, блядь, забей, забей, дурак. Ты выхилаешь? А если он ПП мину положит? Ну что же поделать. Придется красить танк, хули. Ссаный лодочник. Блять, я однако не так глупо позицию поменял. Убил какого-то хуя, который пытался тебя взорвать. Там еще один за укрепление, прям куда я только что был. Я вот здесь понял. Подавление. А. Все, подавлю. Блять, ебаный пидор! Мы теряем бойцов. Это, там сидит, все. За ящичку. Он стреляет. Да ладно. Серьезно? Вроде нет. Пойду резать его. Ладно. Ну там что, видел? Там двое. Хэдшот, блять, в воздухе. Нет, прикрывайте. Убейте. Он чуть-чуть остался. Слушай, вроде всех. Да, брось. Убили, кроме, блядь, боссаного снайперка, блядь. Вообще, мне должны уже дать по задачкам. 20 еще нет, еще не дали, блядь, падла. У нас там дуэль какая-то ебанутая. Может, я задачку неправильно прочитал? Задача. Видите, не менее 20 врагов за раунд используется. Все правильно. Сейчас его, блядь, сниму. Хуйня собачка. Снайперу. Какая граната, блядь? Ха, ты улетел в воду. Да пиздец, я вижу кий, прикинь. Киль. Киль. У меня отряд отжали. Сука. Пидорас, блядь, этот гандон, а. Знаешь, что он другое место? Блядь, вот кончи, а. Я почти накопил 40 тысяч очков, блядь. Как они так стреляют, гандоны? Боже, блядь. Позицион! Генерал,
Сука, пустил. Вот на мои очки пустил, смотри. Кончик. Надо же я так прошляпил, да? Пока стрелял по пехоте, блядь. Там, короче, на этой. Танк. Да, и маленькая чехпотка питерская. Нахуй танк, блядь. Но маленькая питерская чехпотка, блядь, нихуя, блядь, не сдается. Я ее подбил, блядь. Танк, братан. Да неужели? Здоров, я не боюсь. Блядь, я только что два взорвал. Взорвите еще один, пожалуйста. Ты что, вкладываешь? У меня кончились. Что ж? Можно карту. Да есть мне. А, дайте. Он отступил. Нихуя себе, блядь. Бегучие резолюции, не пойму, блядь, манекены стоят, что ли, оказалось, солдаты вражеские, прикинь. Один сидит, другой стоит, блядь, как, сука, в шоу. Давно штурм Тигр Эснус наш. Опа, так. Этот хуй не командует теперь, смотри. А, нет, все. Команда. Хотел. Что я, блядь, не знаю. Иди-ка ты нахуй, ёпт. Ух ты, блядь! Пиздец, блядь! Блядь, ну я же должен был из 31 фрага, блядь. Нахуя, чё ты сам? Я ж так старался.
стоит на Б. Блять. Мы захватили его, не вижу. Блять, блять. Это что такое, блять? У чувака бомбит, как этот тигр еще не сдох, пишет. Ну он действительно в меня... Он мне в лоб снарядов 5, наверное, попал. А я отъехал к ученице. Его, кстати, убили? Танкер. Должен сказать. Ты там бегаешь, я же вижу. Нет, я его не вижу. Все. Я прицелюсь, посмотрю, блядь. Я на Альфу тогда еду. Что-то наскучило. Пока я приеду, бой захватит. Да не должны, мы здесь, блядь, по-хитрому обходим. Надеюсь, это наш паулик. Я здесь. Бля, патрончики. Там народу пиздец. А я зря вылез так, я понял. Пизда мне. Патроны кончились. Еще взорвут. Все. GB2. Мы проиграли, да? Сопротивление союзников оказалось сильнее, чем мы ожидали. Нам пришлось отступить из Роттердама. Верховное командование требует завершить операцию в короткие сроки. Поступил приказ начать массированные бомбардировки центра города. Они должны сломить последнее сопротивление врага. Пачкам? Да. Что? На 300 очков его сделал, получается я... МВП? МВП... Медальку дадут за это? Читинг Раша, смотри, пишет, блядь. Че пишет? Иммортал Тигр у меня. Это у вас читинг Раша? Че? No wonders, че? Fucking in the Tiger. No wonder, что-то там. Да. В ходе переговоров наше терпение иссякло, и мы передали слово бомбардировщикам. Теперь центр города объят огнем. Мне нравится это выступление. Типа наше укрытие. Терпение иссякло, и мы передали слово бомбардировщикам. И мы можем его уничтожить. Это смешно задвинул. Блин, я понять не могу. Мне в итоге-то дали эту хуйню или нет? Задание у тебя прошло? Вот я открываю задачи, блядь. Ну, оно есть? Оно идет, блядь, но еще не закончилось. Я бы нахуярил, ты посмотри, блядь. 3-4 фрага с этого говна. Хуя. Просто бегаю и стреляю.
У нас чувак в отряде, обернись, посмотри на него. Вот это тоже золотым стволом, да. Золотой ствол, у него огромный ствол, да. Огромный золотой ствол, да. Бля, братан, давай в другой отряд зайдем, потому что он так и будет командовать. Давай в Дрозд. Давай, давай, Дрозд, окей. Блять, тут тоже. Слушай, давай я сейчас найду отряд, в котором нету команды, блять. Давай, давай. А я почему-то не могу уйти из отряда. Игра забаговала, пиздец. Я в тыл зашел, хуярил в тыл, братан, пиздец. Я не могу ни в какой отряд перейти вообще. Прикольно. Ну, хз, может кто-то убьют, может пройдет? Ладно. Ну, слева попробую обойти. Аккуратнее, там... Я там только что был. Меня там убили. Ну там вообще, короче, по-тихому зайдешь, там они мудаки, короче. Меня выкинуло. Чё? Из сервака? Ну похоже. Или что это, блядь? Мне... Всё, мне тоже. Охуенно, блядь, сука. Охуенно. Пидорасы. Что-то круто, не удалось, блядь, присоединиться, какие-то ошибки выдает. Блять, прикинь, нифига. Не засчиталось? Нет. Отлично. У меня дисконнект полный. Полный разрыв. Недельного разрыва с ноября месяца прошлого. Ну и хуй с ним тогда, ладно. Да. Хуй с ним, ты прав. У меня три кирки. Почему, блядь, у меня три, сука, кирки, блядь? Всё, она поломалась. Она как снежный ком, понимаешь? Вот эти вот баги, они накатываются, пока ты играешь. А ты знал, что у санитара, блядь, рывки ускоряются, если пометить умирающего друга, блядь? Не. Прикольно. Ну, какого, военный врач или какой полевой врач? Полевой врач. А военврач... Пометить, да.
Военврач должен ходить с киркой или с топором. Ну, видишь, у военврача есть ускорение, когда у тебя критом тебя ранил. Это... Не-не, я военврач. Ну нахуй. Окей. Военврач. Так, а что там здесь? А гранату дали? Липкую гранату. Оп, липкая граната. Эффективно против бронетехники. Только взрывается тысячелетие, я понял. А как сбросить? А, сбросить, не нашел. А если ты сбрасываешь, ты типа заново все покупаешь, да? Не-не-не. Халява. Экспериментируй, сколько хочешь. Пиздец, скрины на танк синие стоит 20 700. Ты прикинь. 20 тысяч денег, блять. Ну, нет, тут быть очень важно. А я не могу, блядь, потому что, видимо, она у меня не открыта нихуя. Ладно. Ладно, пойду... Долью эту хуйню и спать уже пора, блин. Да, ну давай, удачи. Спокойной ночи. Ага, спокойной ночи.